Скрутили из-за отсутствия маски в Магнитогорске. Парень подрался с двумя полицейскими. По словам очевидцев, этот человек находился в магазине без защитной маски. К нему подошли сотрудники полиции и предупредили, что он нарушает режим повышенной готовности. Но парень, по данным служителей закона, на замечание ответил полицейским в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола. А после и вовсе полез с ними в драку. Для пресечения совершаемого им противоправного деяния стражем порядка применены спецсредства. Мужчина был доставлен в райотдел, где на него составлены административные протоколы. Только вот очевидцы разделились на два лагеря. Кто-то заступился за парня и стал кричать, чтобы те его отпустили. А кто-то напротив говорил, что парень виноват. Теперь на задержанного составлено несколько административных протоколов. Это неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. А также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».